покупаем фрукты в Муйне. Очень красивые манго, они нам понравились. Они идут 25 тысяч тонг за килограмм. Там дальше лежит такой розовый, свекольного цвета. Это драконий глаз, он 20 тысяч тонн за килограмм. Остальное, к сожалению, пока не спрашивали. Но цены как-то в Муйне дешевле и меньше, чем в Нячанге. Например, фруктовый сок. Например, фруктовый сок стоит 15 тысяч в Нячанге. 20-25. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.